Всем привет, меня зовут Анна, мне 12 лет, учусь я в 6 классе, проживаю в городе Нефтеюганске. Но сегодня я хочу вам рассказать, почему я присоединилась именно в компанию Армель, почему я выбрала именно сетевой бизнес, почему я вступила именно в ряды команды компании Армель. Ну, во-первых, я не хотела раздавать листовки или что-то подобное, но меня бы на другую работу не взяли, и я начала уже искать работу в интернете. Есть много лохотронов, работала на SEO-спринте, ну там, не знаю, клики зарабатывать по 1 копейке, ну это просто, ну знаешь, невыносимо. Я тратила на это час, там 2 в день и зарабатывала по 1 рублю там за час. Ну это правда, ну, этот 1 рубль можно просто пойти и найти на улице, чем этот час тратить. Вот. Я работала в Орифлейме, в Эйвоне, в Фаберлике. Ни одна из этих компаний мне как-то не по душе, ну не знаю, мне они не понравились, потому что... Во-первых, там надо было открывать ИП, индивидуальное предпринимательство. И во-вторых, там очень долго идти до результата. То есть, ну, нужно очень много делать, очень много времени уделять этому. Для того, чтобы заработать большие деньги, чтобы у тебя уже был пассивный доход. Почему я выбрала именно компанию Армель? Первое, это же, конечно же, качество продукции. Второе, это, конечно же, то, что... рынки теплые и холодные, то есть наши знакомые, наши люди, которые на улице и соцсети еще не обработаны. То есть многие люди не знают о существовании этой компании. И поэтому очень выгодно, то есть сейчас есть возможность пригласить именно тебе очень много людей. Я нашла своих нынешних, на данный момент, спонсоров. Это Олеся Селезнева, это мой главный спонсор, который вообще мне помогает во всем, которую я уже полюбила, как, ну не знаю, как свою семью. Вот, да. Ну и второй человек, это спонсор, мой тоже вышестоящий лидер, это Татьяна, она мне тоже помогает. Если Олеся не в сети там или не может ответить на мой вопрос, я спрашиваю у Татьяны. Конечно, находила я их так, я перебрала очень много менеджеров, все они разговаривали по шаблону. Все, вот прямо без исключения. Мне это не нравилось, потому что мне казалось, то, что обучали бы они меня точно так же. То есть, либо бы пропали после моей регистрации, ну, либо бы не обращали на меня внимания, просто чтобы я сама шла. Я так не хотела. Я не хотела зарегистрироваться, оформить заказ и пожалеть об этом. Нет, я так не хотела сделать. Потому что я знала, то, что потом второй раз уже нельзя будет зарегистрироваться в компанию, то есть выбрать других спонсоров. Поэтому я делала прям... жесткий отбор, прям выбирала вообще всех. Ну и тут я написала Татьяне, и она согласилась меня взять. Она скинула мне данные, ну что нужно, как зарегистрироваться. Я зарегистрировалась, оформила папку, и вечером мне позвонила Олеся. Мы с ней уже обговорили дальнейший план, дальнейшие мои действия. Ну мне очень понравилось, и я хочу работать именно в этой компании. Олеся это просто замечательный спонсор, она во всем поможет, она все расскажет. Ну, мне очень нравится. Сейчас, кто еще не вступил в ряды нашей команды, компании, я хочу вас пригласить вступать. Прям вообще, даже можете не сомневаться в том, что компания выплачивает там деньги или не выплачивает, или это лохотрон. Это не лохотрон, и компания реально платит деньги, и большие. Я уже надеюсь, что через месяц, через два я буду финансово независима. Конечно, не сразу все будет, но нужно стараться. Но сейчас я хочу пригласить вас в нашу команду. Пишите, звоните, буду рада с вами пообщаться. Пока! Для того, чтобы подписаться на канал Ани, нажми кнопку «Подписаться».